Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и сегодня у нас в эфире игрушка под названием Collision Course. Собственно, игрушечка вышла в Стиме довольно-таки давно, аж где-то в 2017 году, по-моему. Я как-то не придавал вообще значения этой игрушке. Подписчики мне на стримах советовали в нее поиграть. Ну и, собственно, сегодня попробуем посмотреть, что из себя представляет эта игра. Собственно, слоган данной игрушки звучит как... по-моему, что-то «Выживай, крафти, пока комета тебя не настигла». Я так маленечко перед съемкой походил, посмотрел мир. Ну, ничего, нормально, мне зашло. И достаточно что-то мне напомнило фильм «65». Вот буквально я смотрел, наверное, его где-то недели две назад. Очень как-то прям вот геймплей напоминает. Короче, сейчас разберемся, посмотрим. Так. Новая игра. Музыка, атмосфера прям напряженная, прям чувствуется. Чувствуется, да. Для тех, кому интересно, пишите комментарии, если понравится такой наш краткий обзор, да, этой игры. Пишите, короче, в комментариях, хотим ли мы стрима по ней. Я думаю, что стримчик надо бы провести по игрушке, чтобы разобраться, что к чему. Так, звуки, я надеюсь, не очень там перебивают мой голос. Так, мы где-то в воде. Мы где-то в воде. Это капсула какая-то спасательная, что ли. Мы упали. Прям с космоса свалились на голову динозавра, можно сказать. Рыба. Пиранья не сожрет, надеюсь, меня. Прям в начале игры. Нет, нет, не сожрала, нормально. Так, звуки, надеюсь, не очень громкие, да. Можно посмотреть сейчас. Sound settings. Саунд, непонятно, видео какое-то, что это такое, музыка, так, ну, саунда, давайте потише. Да, премиум. Ну, вроде чуть потише стало. Так, у нас есть вот такой пистолет. Собственно, ствол вообще мощный, короче, сейчас подальше пройдем, посмотрим, покажу, да. Так, очки. Как я понял, короче, вот эти очки... Мы вот так вот нажимаем клавишу Q, и, короче, мы можем видеть поблизости живые организмы. Да, биологическую активность. Моллюски. Давайте сожрем одного моллюска. Опа. Так. Стоять. У нас есть мясо. Ага. Тут еще есть крафт. Крафт. Так, а что по крафту? Блин, как тяжело, когда вся игрушка на английском языке. Конечно, я с английским так, 50 на 50, но если разобраться, можно, в принципе, потом порешать, что к чему. Интереснее, когда, конечно, все на твоем родном языке, да, удобнее, удобнее намного. Не, ну мир, конечно, сделан красиво. Графика мне нравится. Так. Что за ящик? Какие-то пластины. Тут, походу, крафта вообще прямо уйма, я не знаю. Ну, попозже с этим разберемся, если что. Еще какие-то очки. А что за очки? Ну-ка, инвентарь. Е, надо нажать Е. А, это фонарь, окей. Так. А чё, карта есть? Ну-ка. Крафтинг. Мап. О-ля, мап. Да. Это мы только здесь находимся. Блин, ну посмотрите вот даже вот на этот огромный мир. Нифига себе. Это же сколько часов должно уйти на изучение, на поиски и все прочее. Так, обозначение. Discovered Poise. Я так понимаю, это... Будут появляться какие-то поинты, куда нам нужно проходить и что-то там исследовать, да? Все-таки сюжет какой-никакой есть, что ли, да, типа? Что-то я читал, что в данной игрушке, короче, по-моему, даже есть динамическая погода, смена дня-ночи, что-то такое, короче, да. Притормаживается, что-то FPS падает, не нравится мне это.
Ну, вообще, вот я немножко так походил, конечно. Камни. Ну, это для крафта, понятно. Походил, короче говоря, очень по сюжету напоминает фильм 65, да. Только единственный минус, который я нашел здесь, если бы это прям было как в фильме 65. Так, а чё ты палку-то взял? Нахрена она нужна? О, можно использовать как копье, нифига себе. Это Археоптерикс, да? Наверное. Короче, сейчас покажу. Вот разбитый корабль. Разбившийся корабль какой-то. Так. Да, кстати, надо не забывать, мы здесь можем пить, есть, как бы есть стамина, есть ХП, да, надо за этим следить. Разбившийся корабль, тут лагерь еще даже. Вау. Ну вот, короче, тут есть какие-то выжившие, непонятно. Было бы круто, по мне, как если бы в задумке этой игры я бы один на острове существовал. Как бы да, сюжет он такой, что мы, как бы космические исследователи, прилетаем, ну, разбиваемся, вернее, на планете Земля, которая выглядела... Короче, на 65 миллионов лет назад мы вернулись на планету Земля, да. И здесь мы должны прожить некоторое время и чудным образом, да, до того момента, пока комета Чиксулуп не упадет на планету Земля, спастись. Вот этот вот андроид меня что-то, блин, бесит. Надеюсь, он не начнет меня стрелять, что-то он как-то странно на меня посмотрел. Еще лазером светит. Здорово, пацаны, диалогов нету, да? Диалогов нету, печально. А что же вас тогда просто можно перестрелять, всех ограбить, все забрать, да, лут и прочее. Ну ладно, я мирный, я пока с миром. Там посмотрим. Застава. Заставу, что ли, сделали от динозавров или что? Типа, чтоб сюда рексы, ютарапторы никакие не прошли. Ну там ящик подсвечивается. Надо подойти, наверное, к нему. Чего? Они говорят? У меня проблема. What are your problem? Я тебе сейчас сам таких проблем создам, что ты офигеешь. Блин, ну прям при нем залезть в ящик, это смертоубийство, пофигу. И что мы сделали? А ничего не произошло, да? Короче, ладно, давайте пойдем побродим где-нибудь в открытом мире, не знаю, посмотрим. Посмотрим, может, какие динозавры нам попадутся. А, и метка пропала, да. Так, ладно, карта, что у нас по карте, блин, где мы вообще находимся, вот здесь мы находимся, но я так понимаю, нам надо как-то вот сюда, на этот остров попасть. О, меточку можно поставить, это супер, это класс. Крафтить я, походу, пока ничего не могу, у меня не хватает палок, камней, да, но это надо все будет собирать, ну вот по пути будем собирать. Как ее убирать-то, я только могу ее кинуть как копье. Блин, жестко. Чё-то вообще прям какая-то глухомань, пустота. Ни одного намека на какого-либо динозавра, кроме археоптериксов, которые летают. Я так понимаю, это они. Опа, чувак какой-то. Пойти грабануть его, что ли? Чё он делает? Стой. Тихо, стоять нахрен. Что он делает? Блин. Чувак, короче, я не буду говорить, что он делает. Смотри, смотрите. Охренеть. Опа, ну-ка руки вверх, мать твою. Ну-ка руки вверх, мать твою. Я надеюсь, он сейчас не начнет там стрелять в спину. Подозрительный тип, короче, да. Он сначала передернул ствол, потом он достал другой ствол. Да. Весело, однако, чё. Погнали, короче. Наш пункт назначения, вон те острова. Так, походу нам надо... Знаете, что делать? Нам надо беречь стамину, не шифтуем.
Да, ну такого я, конечно, не ожидал увидеть, блин. Блин, я надеюсь, в воде нас никто не сожрет, какие-нибудь дайнозухи или еще прочая живность, которая здесь может быть на острове. Так. Газовые баллоны непонятные. Какая-то канистра с кислородом или что? Акваланг типа можно создать, что ли? Блин, и меня все время бесит, что нужно переплывать вот через эти острова. Нет бы какая-нибудь равнина была. Не, ну может быть там с той стороны есть. А я ищу не самые такие спокойные места, где можно пройти просто. Надо именно трудности себе, блин, создать. Ну что-то притормаживает, прям оптимизация что-то не очень в этой игрушке, я скажу так. Что-то бормочет все время сам по себе. Так, ну ладно, погнали. А задание-то вообще какое будет появляться? Вот, по крайней мере, пока мы заспавнились, появилось задание, типа, прийти в лагерь повстанцев тех, да, выживших тоже каких-то непонятных. Лагерь там какой-то, блин. Мы можем здесь забраться? Давай, 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 давай. Так спокойно. Блин, знаете, что я сейчас представил? Короче, прикиньте, да, будущую Эвриму. Будущую Эвриму. Опа. Опа, ага, у нас, вот, да, короче, по мере того, куда мы продвигаемся, вглубь карты, там леса, не знаю, у нас какие-то задания появляются, и нам нужно туда идти. Ладно, посмотрим, разберемся. Вот представьте будущую Эвриму, да? О, брахиозавры вон там вдалеке. Нифига, как я так прошел-то мимо них? Это брахио, да. Представьте будущую Эвриму, да? Человек с пистолетом в руках, ходит по карте Gateway. Так, нужно фонарь включить. Блин, было бы прикольно, если здесь бы были еще какие-нибудь змеи, там, насекомые, которые так и норовят тебя сожрать, тоже покусать или еще что-нибудь в этом роде, блин. Музыка напряженная, музыка напряженная. Но это мне нравится, да? Это значит, что-нибудь по-любому сейчас будет. Так, пещера. Что в этой пещере нам надо найти? Блин, ну пока мне, вот честно, пока скажу, скажу честно и правда, мне игрушка нравится. Мне игрушка нравится. Дальше бы попроходить, посмотреть ее. Так. И чё? Короче, пишите в комментариях, вы по-любому уже давно знакомы. О, тихо с этой игрой, ёп! Твою за ногу, мать такую, как я шлепнулся-то. А чё, а там обрыв, да, был? А. Короче, пишите в комментариях вообще, что за игра, что здесь есть, и будем ли мы ее стримить. Но я думаю, можно разочек постримить ее, посмотреть, подскажете, что к чему. Посмотреть вообще на дальнейший ход развития в этой игре, да, и можно ли ее пройти. Потому что вроде бы она еще пока даже в бета-версии находится, она незавершенная. Ну, я могу ошибаться. Такс, ну и мы куда-то приплыли. Мы куда-то приплыли. Мы что, так и будем весь сюжет, блин, бегать непонятно куда? Уже какая-нибудь хреновина выйдет, меня сожрет или нет? О, ящик какой-то. О, вода. А я думал, интересно, что мне надо будет пить? Мне же что-то надо жрать, пить, там, спать где-то. Ну, спать понятно, построим шалаш где-нибудь рядом с болотами какого-нибудь спинозавра, не знаю, да и на Хэруса будем там ночевать. Я так и не понял, я прошел сквозь пещеру, я никого не увидел, я ничего не нашел, что здесь дальше делать? Короче, вглубь леса пробежим, посмотрим.
Хотя бы какие-нибудь крики были, динозавров. А, ну может быть, вот мы сейчас пришли на этот остров, да? Ну-ка, карта. Почти пришли на какой-то непонятный остров, который единственный здесь обозначен на карте, прорисован. Сейчас что-нибудь движуха-то да пойдет. О, я уже что-то слышу. Я уже слышу урчание. Но это урчание, наверное, не в животе моего персонажа. Блин, ну мне нравится, как графически вообще визуально сделано. Минусы, минусы. Это вот то, что игрушка полностью на английском языке, непонятно, надо разбираться. А, так, ну и чё здесь? Ау, здорово, пацан, может стрельнуть разочек, может меня кто услышит? Вообще надо посмотреть, чё за ствол такой. Ни хрена он какими-то этими электрическими зарядами стреляет. Сквозь болото. Блин, ни хрена себе звук просто шагания по воде сделан, как будто бегемот, знаете, огромный просто пересекает воду. Охренеть не встать. Ну и чё, хоть один динозавр нам по пути попадется или нет? Я что-то не понимаю этого. Я прям не чувствую, знаете, атмосферы. Атмосферу страха мне надо что-нибудь такое придать, ну как бы... О, блин, это камень, ё-моё. Я подумал, что это морда торчит, короче, из воды. Я труханул, труханул. Кусок разбившегося корабля. Пойдем чекнем, что за херня там. Что там может быть? Так, а новая отметка на карте. Я уже задолбался бегать по этим отметкам на карте. Я скажу ж так, что сбегай туда, принеси то, найди то. О, нифига, вот это пушище, нахрен, охренеть. Ну-ка, а давайте используем наши очки. Может, мы кого увидим? О! Ёпта! Рекс! Там Рекс, походу. Стой, 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 стой. Пойдем чекнем, пойдем чекнем. Ну вот. Ну вот уже чувствуется хоть что-то, понимаете? Атмосфера же какое-то присутствие динозавров, не знаю. Атмосфера того времени, блин. Так, что у нас по инвентарю? У нас есть где-то мощная вообще просто суперпушка. О! Вообще найс. Давай. А что, как взять? Двойка. Чё за фигня, блин? Ну нахрен. Где он там? Где этот Рекс? Пойдем, подойдем к нему. О! Звуки животных слышу уже. Клёво. Рекс, погоди, не уходи. Я плыву к тебе. Тормозни на пару секунд там прям. Стой, 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 стой. Опа. Ой, блин, это что за фигня тут плавает? Пиявки, что ли? О-о-о-о. Они, походу, меня хотели... А-а-а! Твою мать. Помните, да, в начале игры я говорил, типа, это... Было бы прикольно, если бы какие-нибудь ящерицы, там, жучки меня пытались укусить. Да, это электрические какие-то скаты, непонятно. Так. Я хотел к Рексу вообще подойти, но он, походу, заразу ушел уже. Пока по этой воде пробежишь, блин, 100 лет пройдет. Где он? Вон он, вон он, вон он. Идет, 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 идет. Здорово.
Блин, как упорно-то сделана его анимация, блин. Ну что ты агриться-то будешь? Я как бы бежал за тобой. Здорово. О! Ух ты, блин! Ух ты, блин! Ну нахрен! О, вот это пушище вообще сверхмощное, наверное. Зараза живучая. Прикиньте, да? Я спустил весь магазин, 9 раз выстрелил. Он блидит. Ну, сейчас ты сдохнешь просто. Ну, давай уже, подыхай. Ходит боком. Я тоже так могу ходить. Вот, смотри, да? Видал? Мне кажется, нормальный Т-рекс на его месте уже бы просто бы кинулся за мной и оторвал бы мне все конечности. На нахрен. Вы видели эту морду, да? С кислой рожей помер. Ну ладно. А, чем он подсвечивается? А, мы можем куски мяса с него брать. Вот это прикольно. Так, инвентарь-то у нас как бы... Слоты в инвентаре не вечные, но окей. Блин, вот это я, короче, в него пульнул. Там еще какая-то хреновина рычит. Давайте, короче, по пути всякие камушки будем собирать. Веточки-палочки. Блин, ну не, ну было бы классно, если бы, конечно, бы вот как-то чуть попродуманнее сделали бы они бы. А мне не понравилось то, что Рекс ходит вокруг да около. Мне кажется, настоящий бы уже бы просто, да, согрелся на меня. Но может быть это определенно с его моделькой такая беда. Я фиг знает. Что здесь вообще с почвой? Как-то не проработано. Опа. Опачки, стоять. Компики. Это компики, смотрите, да? Или что там за твари? Ну-ка, стой, 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 стой. Кто это? А, это дриозавры. Ха-ха-ха. Нифига себе, это дриозавры, да. Маленькие, смотрите, маленькие дриозаврики. Офигеть. Классно. Здорово. Так, аптечка. Пойдемте за ними. Пойдемте, короче, за ними сбегаем. Да, у них, может, тут гнездо где или что. А можно поймать одного засранца? Ну-ка, стой, 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 стой. Иди сюда, я тебя поймаю. Он там опять... Чел какой-то ходит. Короче, наверное, надо, знаете, что делать? Надо будет грабить, короче, всех тут, чтоб... Я не знаю. К чему? К чему грабить? Ну, чтобы лут побольше найти, да? Комфортнее одному будет выживать на острове, потому что люди здесь... Остальные, они как-то, ну, не знаю, нет диалогов. Сбиваться было бы прикольно с ними в пати, собираться как-то. О, май гад. О, майн год, паразавр. Маленький парик. Блин, ну анимация вообще, конечно, конкретно что-то как-то поломаны. Ты куда? Ты куда? Да ладно, я тебе ничего не сделаю, не трону. А будет он агриться? Ну-ка, давайте поближе подойдем. Он меня будет бить. Не, он просто убегает, боится меня. Да иди сюда, чувак. Стой. Не, он даже... Даже головой не махнул, чтобы меня ударить. А уже, по-моему, темнеет, да? Уже закат. Вот да, про что я говорил. То, что здесь есть смена дня и ночи. На том берегу тоже какие-то диносы. Но это хищные. Это, по-моему, это велоцираптор или кто это?
Ну, скажу так, что пока на первый взгляд мне даже очень нравится. Так. Ну, я, как и говорил, да, ближе к этому острову, вглубь мы начинаем проходить, и здесь более какая-то такая атмосфера чувствуется дикого такого того времени, животного мира. Мне кажется, они сейчас агриться на меня, блин, начнут. Это велоцирапторы, да, это велики, смотрите. Ха! Пацаны, я с миром. Сколько вас? А эти твари агрессивные, они будут по-любому на меня нападать, да? Оу. Чего? Хорош! Ты чё? Ты чё? Блин, у меня еще инфекция какая-то. Да ну нахрен. Блин, вот это вообще просто супер ствол. Интересно, он бесконечными пулями стреляет? Бесконечными зарядами? Блин, у меня кровь пошла. Короче, у меня блит, надо что-то делать. Инвентарь, аптечка, у меня где-то аптечка. Юс, я использую ее нормально. Тихо. О, ты ёпта! Ты чё, блин, обалдел, что ли? Не, ну брит у меня тоже херачит, как с ведра, посмотрите. Просто, просто офигеть. Ну, что-то искусственный интеллект как-то не очень мне, блин. Чё ты хочешь-то? Оу, фак! Все, походу, ГГ. Походу, ГГ. Короче, ладно, давайте, пишите комментарии, ставьте лайки. Если вам понравилась эта игрушка, ну, не знаю, многие уже давно с ней знакомы. Короче, разберемся на стриме, что к чему. Вот, ну, задумка, как по мне, даже ничего интересного. Разобраться надо побольше с ней, крафт и все прочее. Вот эти изучения все, что тут, блин, непонятно, конечно, бага, но атмосфера нормальная, атмосфера нормальная. Кто досмотрел до конца, прям вообще молодец. Короче, подписывайся на канал, пальчик вверх и жми колокольчик. До новых встреч.